душе. Я тронута этим, и на меня это уже произвело огромное впечатление, но я думаю, что после вашего выступления, Герт, я думаю, масса вопросов появится у всех, кто участвует в сегодняшней панели. Итак, Герт, прошу вас. Thank you. Little delay here. So, it's a great pleasure to be here. Привет. That's about the Russian I know. Sorry. You may want to get the headphones because I'm obviously not going to speak in Russian. So the headphones are outside. Maybe we can bring them inside or something. But thanks very much for having me. Thanks to Sberbank for bringing me here. Great to be part of this launch. So I'm going to talk to you about what's happening, what the future of mobile and applications could mean. I live in Switzerland, neutral country, you could say. I also spend a lot of time in America, so if I speak too quickly, please wave. Okay. If you're Twittering, I'm G. Leonhard on Twitter. You can also ask questions. I'll try to answer them later. Most importantly, I want to start off by saying, okay, you guys may have never seen the future. Ребят, ну вы не видели никогда будущее раньше. Ну, на самом деле, сама идея сумасшедшая, потому что нельзя предсказать будущее, на самом деле. Моя работа, чтобы поделиться какими-то идеями. Вот, например, вот что происходит, и попытаться понять, куда идти дальше. Насколько вы хорошо в хоккей играете, но можно сказать, что идея в том, чтобы катиться туда, где находится шайба, куда она катится. То есть у нас то же самое. Понятно, что происходит сейчас в авиационном бизнесе. Многие авиакомпании сейчас фактически будут виртуально направлять людей в поездки через 5 лет, голографически. И вот мы клиенты в 100 компаниях, с кем мы работаем. Мы 25 футуристов, вот мы с ними работаем, и вот мы в этом направлении двигаться. Вопрос. Как часто вы были в баре, где люди сидят друг с другом, разговаривают о приложениях в мобильном телефоне? Мы идем в бар, чтобы говорить о футболе, о машинах, а сейчас мы идем в бар, и люди сравнивают, какие у них приложения в телефоне. Наверняка вы такое видели. Мобильные телефоны, мобильные приложения стали везде. И сейчас, если вы дадите вашему маленькому ребенку iPad, вот что происходит. Фактически дети, видите, они уже так же легко работают с тачскрином. А если на 5 минут они попользуются, посмотрим, что происходит. А если мы дадим ребенку что-то, что не iPad, вот видите, ребенок пытается сделать зум на странице журнала, они настолько привыкли, видите, они хотят делать то же самое в журнале, что в iPad. Вот это будет наш завтрашний клиент. Эти дети вырастят и будут ожидать от нас что-то новое, что-то другое. Это не будет такой же бизнес, как обычно. Можно сказать, например, что музыкальный бизнес фактически умер, потому что у людей другие ожидания. За последние 10 лет 72% выручки упал. Банковский бизнес тоже в неком упадке, потому что люди говорят, мы можем использовать мобильный телефон, использовать кредит в Фейсбуке, можем покупать цифровая валюта. Все это происходит сейчас. И самое большое, что происходит в интернете за последние 3 года, на самом деле интернет стал полезным, он стал социальным. Уверен, что вы все члены Facebook, LinkedIn или Xing в Германии. То есть все мы стали связаны друг с другом. Сейчас многие из вас перед тем, как пойти на встречу, заходите в LinkedIn посмотреть, с кем вы встречаетесь, посмотреть на профиль этого человека, взять информацию. Интернет стал мобильным. Например, в развитых странах большинство выходов в интернет через мобильный телефон. То есть мы сейчас называем SOLOMO, Social Local Mobile.
и облако. Это вот направление вперед. Облако означает все, что музыка, фильм, образование, наши медицинские отчеты, они все уже располагаются в облаке. И у всех есть туда доступ. С одной стороны, хорошо, с другой сложно, потому что облако становится все более сильным. Я не знаю, кто-то из вас знает из вас приложение, которое называется Flight Tracker. Происходит, что происходит с вашим рейсом. Ну, не везде работает. Если вы стоите перед воротами вылета, вы знаете в приложении, что происходит с рейсом. Лучшие данные и учетные записи вашего рейса, они более известны, чем девушки, которые там сидят на стойке. И вот разные приложения. Давайте не будем ошибаться. Это не всегда хорошо для бизнеса, потому что это означает усиление потребителя. И мы хотим, как потребители, хотим быть сильнее, но чем лучше для бизнеса, для нас сложнее. Поэтому для нас это вызов. Вот смотрите, что происходит в России. Интернет и социальные сети – самый высокий рост за последний год с точки зрения онлайн-аудитории. 40% роста, и вот там цифра внизу. Самые маленькие города в России выше всего растут с точки зрения доступа в интернет. А для больших компаний, для банков, авиакомпаний, страховых компаний, как примерно черепаха на скейтборде, сейчас надо вот очень близко двигаться вперед. Твиттер. Кто использует Твиттер? Посмотрите, покажите. Ну-ка, хорошо. Продолжайте твитить. Сейчас многие компании перемещают свой принцип обслуживания клиентов в Твиттер. Явно, как вы видите здесь, бизнес-жизнь передвигается, смещается от компьютерных устройств в мобильные устройства. Здесь мы видим на этом графике, в Америке только 8% в мобильном интернете, а в Африке уже в два раза больше, потому что у них нет обычного интернета. А Европа еще больше отстала. Но мой прогноз, что к 2017 году до 50% всей интернет-деятельности будет через мобильное устройство. Это в основном потому, что это будет гораздо дешевле. То есть сейчас я не знаю, сколько здесь стоит iPhone в России. 800 евро, 1000 евро очень дорого. Но в Индии можно купить планшет, который называется Akash, за $35. Ожидаем, что устройство опустится до 10 евро. Ну, не Apple, конечно. Андроидные устройства. И можно ожидать, что доступ в интернет упадет почти до бесплатного уровня. То есть мобильный бизнес будет 50% взаимодействия людей в интернете. Посмотрим на эту схему, насколько мы ушли почти до 1 миллиарда количества смартфонов до почти 5,5 миллиардов смартфонов. Видите, это большая возможность для всех, но требует специальных соответствующих бизнес-моделей. По мере того, как мы наблюдаем за развитием бизнеса газет или фильмов, мы не можем просто взять и переместить, скопировать приложение. Не сработает. Необходимо заново изобретать бизнес-модель. Вот приложение, которое было из Райко и Экономист, журнал Экономист, там, кстати, 8 страниц бесплатно, советую загрузить презентацию. Дешевые смартфоны для всех, бизнес-ориентированные социальные сети. Некоторые очень технические вещи, но это описание того, что произойдет в будущем. Идея основная для меня в том, чтобы необходимо что-то разрушить или вас разрушит самих. Нельзя просто там так сидеть и ждать, пока кто-то что-то изобретет, и потом скопировать это то же самое. Потому что сейчас скорость гораздо быстрее. Фактически, я бы сказал, что необходимо разрушить вам сам себя. Я не уверен, что Сбербанк сам себя разрушит и изобретет колесо самостоятельно. Я знаю очень
Dropbox. Вы знаете Dropbox? Тот же самый пример. Разрушение для того, чтобы что-то создать. И что мы видим, вот наиболее сильный такой слайд, на самом деле неправда, потому что это раньше произошло. К 2014 году люди больше использовать будут мобильные приложения, чем компьютер для доступа в интернет. Другими словами, если вы не будете предлагать продукты в мобильных приложениях, вас не увидят. Я захожу на веб-страницу, а если ваша страница не мобильна, я пойду в другое место. Это довольно большой вызов, потому что явно это другая концепция, другой подход. Amazon в этой связи очень хорошо себя проявил. Смотрите, Amazon за 5 лет создал то, что люди больше покупают больше книг через Kindle. Уверен, что многие люди покупают Kindle везде, может быть, не в России, но продают больше книг в Kindle, чем печатных книг. Это все за 5 лет. Еще что сделал Amazon очень успешно? Это следующее. Я не знаю, насколько у вас есть WD-40 в России. То есть они, это все работает. Они потратили сотни миллиардов долларов в создании нового бизнеса, бизнес Kindle, который не существовал раньше. И идея необходима и разрушать, и создавать новый бизнес. Необходимо, не ждите на рынке, создавайте на, особенно в России, потому что очень ситуация движется быстро и гораздо быстрее, чем в Германии или в Швейцарии. Фактически можно сказать, что все интересные инновации по социальному, местному, мобильному интернету не происходят в развитых странах, таких как Германия и Америка. Они происходят в развивающихся странах, например, в России, в Китае, в Бразилии, в первую очередь, из-за скорости. Итак, это цитата кого-то из Forbes, из экономиста. Вот интернет-банкинг не смог справиться с ожиданиями. Видите, ну, что-то слишком рано, на самом деле, но слишком рано было сделано этот прогноз. Потребовалось дольше времени, но рост потом, прыжок был быстрее и выше. То же самое, если посмотрим на разброс интернет-пользователей. Молодежь в основном использует интернет. 18-24 года. Они лидеры сейчас нашего общества, активного общества. Может быть, такая семья, да? Вот мы читаем газету, дети, он на компьютере все. И сейчас во всем мире 50% людей, которые смотрят телевидение, на втором экране мобильных телефонов или планшетов разговаривают со своими друзьями по ТВ-передача, это второй экран называется. И сейчас уже речь идет о социальном телевидении. Как мы говорим друг с другом в то время, когда мы смотрим телевизор. Есть большая разница, но это все уравняется потом со временем. Ну, не пойду в детали, но есть еще приложение финансовые, банковские финансовые услуги. Это огромная возможность для связи людей. American Express имеет приложение, которое называется Open Forum. Там десятки тысяч, вообще-то 200 тысяч людей, которые говорят о финансовых услугах. И то, как можно сказать, что мобильные деньги также означают социальное банковское дело. Все что угодно это может означать. Вот хороший символ этого. Социальное банковское дело, социальный банкинг. Означает то, что банк сейчас в другом месте. Это становится местом диалога, разговора. Сложно представить, потому что как можно разговаривать с 20 миллионами человек? Количество, огромное количество людей пользуется. Вот самый большой банк Бразилии, я довольно много работаю в Бразилии, там 127 тысяч пользователей в Твиттере. Банк реально диалог с
людьми через Twitter. Постоянно идет развитие продуктов, общение с клиентами через Twitter. Разумеется, это до сюда тоже дойдет. Уже на Twitter ссылаются как специальная сеть пользователей. И кто-то говорит, что Twitter будет такой же большой, как CNN, с точки зрения охвата аудитории. Вот поэтому я думаю, что если мы думаем о вовлечении аудитории людей, гораздо лучше, чем рабство, потому что с точки зрения финансового сектора, телекома, это все было связано с захвате клиентов, а сейчас это не захват, а вовлечение. Если приложения будут успешны, они должны вовлекать людей, они не могут их поместить в тюрьму. Образно выражаясь. Так что происходит со всем этим? Дело в том, что все сейчас на экране. Если надо взять такси, в большом городе иногда у водителя 5 экранов, навигатор, Facebook, еще что-то там. Вместо того, чтобы иметь бумажные книги и там всякие, у нас все переросло в экраны, в данные. Обязательно данные, экраны, и, может быть, иногда даже слишком много. Уже люди некоторые, они уже привязаны к экрану, они даже поужинать не могут без экрана. В Америке 28 людей, когда они просыпаются ночью, делают обновление Фейсбука. Ну, американцы сумасшедшие, конечно, всегда. В любом случае, каждый экран может увязывать телевизор и радио. Это замечательная возможность для компании, чтобы начать вещание, отправлять видео, говорить с людьми. И видео, разумеется, наиболее популярная вещь в интернете. Создание видеоканалов для компаний. Потому что сейчас мы были людьми бумажной продукции, газет. А сейчас мы стали последователями облаков. И это увязано с другой проблемой, защитой данных. Что произойдет со всеми моими данными? Видите, Facebook в IPO не был популярен именно по этой причине. Люди не были уверены, что Facebook защитит наши личные данные. Вот почему IPO скоро не получилось. Вот это облако данных взорвется. У всех людей, у которых есть бизнес в облаке, они преуспеют, потому что есть сотни примеров того, как это сейчас работает. Очень сильные вещи, как Netflix, Звук, Spotify. У людей, которые пользуются облаками, все эти опции, они используют все эти приложения, все, что работает в облаке, в облачных технологиях. Банковское дело. Потом пойдет образование в облаке, способность обучаться. Oh, it got kicked out there. Sorry. Okay, Evernote is in the cloud too. So we're moving from a society that used to be TV-centric. You can see yourself from 20 years ago. ТВ-центрично, вот фотографии 20 лет назад. Общество, где 75% людей смотрели одно и то же телевизионное шоу. В большинстве стран, в Америке до 90%. Сейчас общество, которое становится мобильно-центричным. Но телевидение тоже большая часть этого. Подумайте об этом. Многие люди спят со своими мобильными устройствами под подушкой практически. Я уверен, вы тоже, да? BlackBerry у вас там, в ванной тоже, в туалет с собой берете, да, наверняка? И телевидение сейчас, не знаю, повезло. Не знаю, кто есть телевизионщики. Телевидению повезло, потому что телевидение сливается с интернетом, становится одним и тем же. Если телевидение не смогло бы слиться с интернетом, оно было бы бесполезным. Каждое телевидение, которое связано с интернетом, справа видите картины ТВ, уже у них прямой канал, и в Xbox есть, который идет с контентом. Быстро по поводу рекламы, я думаю, интересно было бы обсудить позже. Реклама, как вы, наверное, знаете, 650-миллиардный долларовый бизнес. Ну, а вся другая деятельность оценится в триллион долларов. Это триллион долларов переводит бюджет в мобильные, в социальные сети, в цифровые вещи. Для некоторых стран занимает дольше времени.
У нас в Америке некоторые газеты потеряли 41% денег с рекламы, потому что реклама ушла в другие места. Посмотрим на 30% перевод денег в мобильную рекламу, в социальную рекламу, в рекламу, которая находится в играх, мобильных и так далее. То есть необходимо также заново изобретать рекламу. Это хорошая новость, потому что старая реклама была плохая. Надо от этого избавиться. Самый фактор. Клиент завтрашний, наверное, такой. Вы, наверное, видели FedEx, который доставляет компьютер. Просто бросает в сад. Через забор. Даже не звонит. Security camera recorded him, of course. Ну, конечно, камера безопасности сняла его, и через 8 часов у него 8 тысяч просмотров. Акции упали на огромное количество процентов. Видите, мы видим и ожидаем, что есть огромная прозрачность. Клиенты ожидают, что постоянно будут за людьми наблюдать. То есть, если вы куда-то идете на улицу, надо, конечно, вам привести себя в порядок, потому что вас могут заснять, и вас могут все узнать. Это хорошие новости для компаний, которые вот раньше были закрыты с финансовыми услугами и так далее. И вот, что у нас сейчас еще есть. Это так называемое то, что сейчас. Люди не заинтересованы узнать, что было раньше. Они заинтересованы в том, что происходит сейчас. Сейчас мы идем в Google, в Twitter, печатаем суши, видим обзоры людей, которые прямо сейчас где-то этим пользуются. То есть люди сейчас не хотят больше куда-то звонить, узнавать информацию, ждать на линии часа. Они хотят прямо сейчас получать информацию. Это меняет правила игры. Вот некоторые для вас вызовы, говоря о бизнес-развитии, о чем можно подумать. Радикальное усиление власти потребителей. Это на самом деле жесткая реальность. Это не туристический прогноз. Это сложно для тех, кто предлагает это. Это хорошо для тех, у кого это есть. Огромная конкуренция за внимание. Знаете, большинство приложений, 92% приложений инсталируют один раз, к ним заходит, и больше не приходит, потому что есть что-то другое. То есть, если вы хотите оставаться на рынке приложений, необходимо постоянно привлекать внимание людей. Но это сложный вопрос. Можно говорить об этом потом. Постоянный поток добавочной стоимости. Серьезный вызов. А вот другой вызов. Многие большие компании говорят о принципе номер один. Планировать возврат с инвестиций, финансовые планирования. Но сейчас из-за скорости, из-за того, что происходит в цифровом мире, в цифровой связи, я говорю, это возврат к вовлечению. Необходимо уйти от этой идеи. К той идее, что вместо этого надо вовлекать клиента, будь то бизнес или потребитель. Конфуций сказал, вовлеки меня, и я пойму, вместо того, чтобы разгламировать что-то мне. Я пропущу это. Хорошая вещь по поводу приложений. Можно от людей получать обратную связь, данные. Но пока не используйте данные без разрешения конкретного. Это вас убьет. Можно получать месторасположение, прочее. Это хорошо. Но получать разрешение пользователей на данные – это ключ. Пускай они разрешат вам делать что-то со своими данными. Еще предупреждение. Многие из моих клиентов строят приложение, потому что они хотят построить ловушку, мышеловку. Они хотят их вовлечь туда, откуда нельзя уйти. Телеком могут это сделать, или медийные компании это делают. Это будет сложно. Необходимо изначально избавиться от этой идеи коптивных клиентов. Такого нет вообще. Я бы предложил поменять это к другой концепции. Полюбить своего клиента. Узнать, что люди любят, какие бренды.
Люди покупают Apple, полюбают Google, все, что они делают. ВКонтакте тоже, уверен, любят Twitter. Когда люди говорят о брендах, они говорят о любви своей к ним, а не о том, сколько они там приклеились к ним, о чем-то плохом. Вот это очень популярная концепция с большими компаниями. Если они оставят своих клиентов и будут их завоевывать, это вот к чему приведет. Will prove to be more valuable than the captive one. Свободный клиент более ценный, чем захваченный клиент. Turn them into empowered users. Можно их превратить в таких сильных пользователей. Еще одна вещь, так как мы стали глобальным обществом, сетевым сообществом, все, что мы делаем, на самом деле касается доверия. Это не просто финансовые услуги, это везде. Кому вы будете доверять? Доверять машину, данные ваши, образование, деньги. Доверие становится валютой. Фактически. И вот что касается приложений. Когда вы используете приложение, вы их создаете для создания доверия. Это также связано с прозрачностью. Как я могу узнать, доверять кому-то, кого я не знаю? Для того, чтобы это было с бизнесом, необходимо публиковать больше. Если я вижу вашу фамилию в LinkedIn, там, АБВ и точки-точки, больше никакой информации. Может, вы знамениты, я вас не знаю, или вы не хотите разговаривать. Один из двух вариантов. Это не создает доверия, если смотрю вас, на вас в LinkedIn вот таким образом. Чтобы иметь доверие, надо быть открытым. Доверие – это реальные деньги, реальная валюта. И все, что вы делаете с технологиями, необходимо отражать фактор доверия. Именно отсюда деньги. Я доверяю Dropbox, чтобы он не стер мои файлы. Я доверяю Google, чтобы он не публиковал мою электронную почту. Я доверял Facebook какое-то время. Может быть, еще доверяю, не знаю, надо подумать. Но я прихожу к концу. Facebook замечательный пример. Facebook IPO. Я надеюсь, вы не купили акции Facebook, но я внимательно за этим слежу. Что происходит здесь? Мы можем сказать, это типа какие-то такие сады, все красиво, цветочки. Но в целом открытые платформы – это будущее, потому что чтобы держать закрытые платформы привлекательными, требует очень много денег. Ну, Apple доказал, что это можно. Ну и быть диктатором. Но не стоит ставить деньги на это. Это будет очень сложно скопировать открытые системы, как HTML-файлы. И вот правила для приложений, с которыми не все вы согласитесь. Если вы сможете это сделать с открытым мобильным интернетом, стоит идти на это. Если вы можете сделать, лучше используйте приложение. Вот причины, по которым мы все используем приложение. Например, банкинг сложно безопасным образом делать с мобильными приложениями. Но вот такое правило. Попозже об этом поговорим. Вот общий итог, и потом возьмем вопросы, иначе я буду говорить до завтрашнего утра, а вы проголодаетесь. Итак, социальные, локальные, мобильные, облако. Это рецепт. В принципе, на будущее. Это не касается компьютеров, это не касается интернета, это не касается всего того, что сейчас есть. Фактически, это новое поколение сети. И открывается новый мир. Контроль пользователя. Чем больше власти у них, тем больше успеха. Но это сложно, потому что вы говорите потребителям, чтобы они сказали, сколько стоит продукт или как должен выглядеть автомобиль следующего там выпуска. Но это сложно сделать, поверьте. Разрушение и воссоздание снова. Необходимо, надо что-то разрушить. Уверен, кто-то из коллег расскажет свою историю. Но если мы посмотрим на успешный бизнес за последние 10 лет, тот бизнес, который разрушил другие. Skype, eBay, Twitter, Amazon, Google, YouTube, Facebook. Примеры можно бесконечно приходить. Это разрушение и изобретение. Сделайте что-то клейким. Видите, если людям что-то не понравится, первый раз зайдут в приложение и потом уйдут. Не надо копировать
Какие скучные вещи? Надо что-то новое привлекать. Если вы банк, это новый социальный бизнес. Необходимо... Это неизбежно, надо подключаться. Даже в Швейцарии банки это делают. Итак, аналитика, облачная аналитика, работа с облаком, прозрачность. Если вы хотите быть частью этого будущего общества, необходимо быть более открытым, прозрачным и быть к этому готовым. Это очень сложно. Иногда очень сложно рассчитывать на интернет. Это возможно, но надо быть в этом очень хорошим. Очень сложно говорить людям нечто, что не является действительностью, потому что люди могут это проверить и посмотреть в интернете. Вот этот момент очень важный. Я верю, что многие сервисы, которые запускаются в интернете сегодня, должны быть в какой-то форме бесплатными изначально, потому что сегодня потребители любят куда-то заходить и не быть за это наказанными. Это касается и газет, всего. Такая бесплатная модель, бесплатная для всех. И фактор доверия, я уже об этом поговорил. В итоге, замечательная карикатура. Или вовлекайте, или умрите. Это наше будущее. Можно выбрать, что делать. Если мы не будем вовлекать клиентов, мы умрем. Большое спасибо за то, что послушали меня. Большое спасибо, Гельт.